не скачала. Отправить отправила, но сейчас я скачаю. Я всегда удивляюсь, если человек сам знает, как петь, зачем приходить ко мне за помощью. Знаете и пойте, как хотите. Зачем вам нужна я? Как-то не понимаю. Доказываю. Произведение потрясное совершенно. Потрясное совершенно. Так. Вот. Там, ты послушала вчера ночью? Не получилось мне вчера. Еще нет. Не получилось вчера заснуть. Вообще не получилось. Сейчас сразу я еще кольку скачаю, еще одна колька для тебя. У тебя текст есть, кольки? Я забыла тебя. Тира-тира-тира-там. Тра-та-пушки, тра-та-там. Вы сказали, какая-то другая будет? Чем другая? Я там финалы сделаю. Я там пообрезала все. Получилось 3 минуты. Сейчас мы с тобой пробуем финал. Это танго и танго втроем. То есть ты просто дай их разными. Вот это уже последний. Последний, как бы, припев твой, как мы с тобой рассуждали, что она все, она наконец, это последняя капля. Последняя капля. Вот поем, вот эти два припева, они должны быть разные. Поем. Это первый сейчас. Вообще не пой здесь. Можно сделать так, смотри. И потом у тебя втроем. Да. Можно сделать так. То есть вот эти все пропускаем, оставляем только втроем. Как версия. А может тогда последнее танго втроем, ты должен идти. Это поешь. Это поешь. Это поешь. Ну пробуем. Просто должно все это вот идти. Хорошо. Фёрдочку. Уже будешь петь.
То есть втроем, разве это возможно? Танго втроем, пой уже, а то перебор. Угу. Ну, все хорошо. Хорошо. Прямо закончил прямо фонограмму, а, пришло вот это все. Это хорошо. Дома работаешь. Причем любые твои варианты. Может быть, ты по-другому как-то все это прочувствуешь. Угу. То есть дело твое. Но если вообще не было мысли про этот вариант, то что там выбирает так втроем. Может быть, ты вернешься к этому варианту, что оба раза, если ты прочувствуешь. Нет, наверное, да, сложно будет. Ну, прочувствовать, ну, можно. Это будет, наверное, просто как пауза. Я втроем. Так ты понимаешь, ты здесь, ты себя спрашиваешь. Ты же себе вопросы там задаешь. Mm-hmm. Ну, попробуй. Втроем. То есть, и не может решиться душа. Она не может решиться. Сколько может вот эта вот волынка тянуться, вот это вот все. Она устала от этого. И не туда, и не сюда. Ее разрывает. Она сама себя внутри разрывается. Не может решиться душа. Кто-то должен уйти, чтобы не мешать. Чтобы не мешать, понимаешь? Все, вот она, у нее тут уже гонит в конце. Она принимает решение. Все. В общем, чувствует. Теперь Польку. Финал сейчас тоже. Я там наворотила. Ой, наворотила. Текст открывайте. Открывай. Ой-ой-ой, я тут наворотила. Там только. Так а там, видишь, там. Я мучилась вчера. Вообще не надо.